Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла «Поляна из роз». Для этого нам понадобится 3D-форма. Выглядит она вот так вот. Необходимо будет белая основа, прозрачная основа, краситель розовый, краситель пигментный изумруд и краситель зеленое яблоко. Также нам понадобится отдушка роза, инвентарь в виде пластиковых пипеток и спиртол для того, чтобы убрать лишнюю пену. Для начала растопим небольшое количество белой основы. После того, как основа растоплена, мы добавляем туда несколько капель отдушки роза. И добавляем розовый краситель. Теперь все это тщательно перемешиваем. Теперь берем пипетку и с помощью пипетки окрашиваем розочки. Далее мы снова растопили белую основу. Добавляем туда краситель изумруд. И добавляем отдушку. И таким же образом с помощью пипетки окрашиваем листики. Далее мы снова растапливаем белую основу и добавляем туда отдушку роза. Хорошенечко все перемешиваем. И заливаем в форму. Ждем, пока этот слой застынет. Далее в растопленную прозрачную основу мы добавляем отдушку. Перемешиваем. И заливаем небольшой тонкий слой. Лишнюю пену убираем спиртолом. И ждем, пока этот слой застынет. Теперь мы растопили остаточную основу и добавляем туда краситель зеленое яблоко. Хорошенечко перемешиваем. Добавляем немножко отдушки.
заливаем. И ждем, когда этот слой застынет. После того, как слой хорошенько застыл, мы растопили остаток белой основы. Добавляем туда пару капель отдушки роза. Все хорошенько перемешиваем. И заливаем формочку. Ждем, пока основа полностью застынет. После того, как основа застыла, мы достали мыло с формочки. И вот у нас получилось такое мыло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!